Участники Великой Отечественной и вдовы погибших в течение ближайших 3 недель могут воспользоваться услугами бесплатного такси. В столице республики стартовала совместная акция, организованная одной из фирм, осуществляющих пассажирские перевозки, и Нальчикским советом ветеранов. Как отмечают в общественной организации, перевозчикам предоставили списки и адреса потенциальных клиентов. Наш коллектив с удовольствием это все делает. В честь памяти о ветеранах мы с гордостью выполняем эту акцию. Услугами бесплатного проезда уже воспользовались свыше 60 человек. Продлится акция до 9 мая.